Учащийся и педколлектив Лдзанской средней школы номер 1 посетили могилу Владислава Ардзинба, дабы отдать дань памяти первого президента Республики Абхазия. 4 марта в 2010 году ушел из жизни первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба. В связи с этой датой директор педколлектива и учащиеся Лдзанской средней школы номер 1 посетили могилу героя Абхазии, возложили цветы, почтили память минутой молчания. Затем они посетили парк славы в Сухуми. Данное мероприятие позволит подрастающему поколению побольше узнать героев страны и воспитывает любовь к родине.